Исследование, проведенное компанией Спинтер Тиримы, показало, что 13% жителей во время закупок чаще всего не смотрят на цену товара. Еще 20% жителей не обращают внимания на стоимость регулярно покупаемых товаров, а 16% только иногда смотрят на цены. Правда, большая часть жителей, 52%, все же всегда проверяют стоимость товара. Исследование показало, что на цены реже всего обращают внимание молодые жители страны. Чаще всего о цене не беспокоятся жители в возрасте от 26 до 35 лет. 17% из них не считают цену главным критерием выбора. За ними следуют потребители в возрасте от 18 до 25 лет, 12% из которых чаще всего не смотрят на стоимость товаров. Чаще всего ценами интересуются фермеры, пенсионеры, безработные, домохозяйки и технические работники.